Президент США закрыл границы страны и объявил чрезвычайное положение в связи со вспышками заболеваний COVID-19. 49-летняя Наоми Кэмпбелл, решила не унывать. Супермодель нашла в этой ситуации положительные стороны. Сейчас многие люди находятся на карантине и работают из дома. Для звезды подиума впервые за долгое время наступил момент, когда она может по-настоящему расслабиться. Наоми провела несколько дней дома в изоляции со своими близкими. Она наконец смогла полноценно заняться домашними делами, созвониться со старыми друзьями, послушать любимую музыку, дочитать книгу и выспаться. Кэмпбелл не скрывает, что ей было непросто смириться с ситуацией. «На прошлой неделе, когда мой мозг только начал осознавать, что мне нужно находиться в одном месте и городе без возможности выехать куда-либо, без большого воздействия с людьми, признаюсь, мне было тяжело. Это заставило меня нервничать и беспокоиться. Я училась приостанавливать свою суматошную жизнь», — поделилась мыслями Наоми. Модель утверждает, что сложившаяся ситуация помогает ей вновь полюбить простые вещи. Она стала намного больше ценить время. В Нью-Йорке выдалась прекрасная погода, и Наоми вышла на прогулку со своим крестником Каем, сыном кинопродюсера Квеку Манделы. Для повседневного выхода звезда выбрала спортивный костюм, дополнив его резиновыми перчатками, безопасность никто не отменял, и солнцезащитными очками в крупной оправе. «Воскресное настроение, сегодня я провела несколько часов с моим крестным, просто гуляя по пирсу. Не помню, когда в последний раз я так стояла в Нью-Йорке и не думала, где мне нужно быть в следующие 30 минут», — рассказала модель. Поклонники и звездные коллеги поддержали Наоми. Многие сообщили, что самоизоляция действительно не так ужасна, любимые проводят время вместе, ценят каждое мгновение и придумывают новые развлечения. «Все верно говоришь. Спасибо за честность и приятные слова. Твой пост как лучик солнца, ты прекрасна, восхищаюсь тобой. И жду, когда ты сама станешь мамой, какой теплый пост и милые фото», — написали фолловеры. До закрытия границ модель совершала перелеты по работе, однако она хорошо подготовилась. Звезда появилась в аэропорту в больших очках, латексных перчатках и даже в защитном комбинезоне. «Безопасность превыше всего», — подписала кадр модель. Пандемия коронавируса вынудила Меган Маркл отставить сына Арчи в Канаде. Однако герцогиня и ее муж пообещали привести наследника в Британию летом. Список заболевших знаменитостей сегодня пополнила Ольга Куриленко. Российские медики назвали действенные способы защиты от коронавируса –